Добрый день! Вы на канале Хобби МК. И сегодня я продолжаю вязать декорации для вязаного аквариума. Я предлагаю вам связать вот такую вот веточку анубиаса. Вот еще вариант. Веточки состоят всего лишь из маленького легкого листика и вот таких вот корешков. Я для основы брала флористическую проволоку. Вот у меня целый пучок. Отделяю одну проволочку, это очень тоненькая проволока, но довольно хорошо себя держит. Я так понимаю, что это сталь в оплетке из чего-то бумажного. Из одной проволочки я делаю три листика. Делю где-то по 10 сантиметров на штучку. Это ниточка ирис, остатки я размотала немножечко на дополнительную картонку, чтобы можно было вязать в две ниточки. Итак, крючком 1,75 мм я набираю 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Беру кусочек тоненькой проволоки. И с прокладыванием проволоки, видите, проволока лежит между рабочей нитью и столбиком. Провязываем столбик без накида. Дальше полустолбик с одним накидом. Столбик с одним накидом. И следующие петли мы будем провязывать вот сюда, в четвертую петлю. Это последняя петля цепочки. Мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Один. Туда же. Два. Туда же. Три. Дальше делаем пико из одной воздушной петельки. Я делаю воздушную петлю и ввожу крючок. Смотрите, вот здесь за переднюю стенку петли последнего столбика и вот здесь за перетяжечку этого последнего столбика. И провязываю соединительный столбик. У меня получилось вот такое махонькое пико. Оно делает наш листик острым. И еще два столбика с одним накидом, все туда же. В ту же последнюю петельку. Один, два. Нас развернуло на вторую сторону вязания. Я слегка выравниваю кончики проволоки. И по второй стороне цепочки провязываем столбик с одним накидом. Все так же прокладывая проволочку. Полустолбик с одним накидом и столбик без накида. Делаем соединительную петельку в первую петлю ряда. Это вот здесь я подхватываю обе кромки петли и делаю соединительную петельку. Оставляю кончики сантиметров 15. Вот такой листик у меня получился. Для одной веточки я беру 12, 14, 15 листиков. И смотрите, как я буду делать сборку. Сначала отделяем одну ниточку от другой и обматываем черешок лепесточка. Обмотку делаем плотно. Виточек к виточку и старайтесь, чтобы не было наплывов. Длина черешка 2 сантиметра. Вот так. Точно так же готовим следующий лепесток. Теперь начинаем сборку веточки. Берем листик
и к нему приматываем второй листик. Складываем вместе черешки. И делаем обмотку. Я добавляю проволочку потолще, чтобы на ней держалась веточка. Следующий листик. Короткая ниточка вдоль проволочек. И длинной ниточкой продолжаю обмотку. Между листиками где-то по сантиметру. Так, дальше берем следующий листик. И вот здесь, перед тем, как начинать обматывать, я вкладываю кусочек белой нити. Она будет имитировать у меня корешок. Здесь сантиметра 4, сложенная вдвое по 2 сантиметра корешки. Выкладываю вдоль основной проволочки. И продолжаю плотненько обматывать. При плотной обмотке ничего не разваливается и не нужно пропитывать клеем. Рыхлая обмотка может слететь, и тогда ее нужно фиксировать клеем ПВА. Когда вы наберете веточку достаточной длины, придаете этой веточке нужную форму. Листики слегка подгибаем и складываем. Посмотрите на фотографию живого анубиаса. Выглядит это приблизительно вот так. Корешки направляем вниз. При желании можете придать жесткости корешкам при помощи клея ПВА, разбавленного 1:1 водой. Оставляйте до полного высыхания и можете использовать эти растения для аквариумных композиций. Надеюсь, этот мастер-класс был для вас полезным и интересным. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!